и знание. Мудрость и знание, я вам сказал, в храм Дандеру это был Бог тот, который Ибиса. А здесь они изображали женщин. Почему? Потому что они знали хорошо в Древнем Египте, что мужчина не может без женщин, а женщина может без мужчин. Поэтому они изображали мужской вид для мудрости и не забыли изображать женский вид для мудрости. Что значит женщин? Мудрый тоже, что в нашей жизни. Это культура, это цивилизация. Понятно? И здесь есть очень важный вид для фараон сам себе, Рамзеса III. Они помнят фараон. Кто? Гор и тот мудрости. Гор охранитель Бог и тот мудрости. Так что подразумевается.